Здравствуйте, дорогие друзья! Я вам очень рада. Меня зовут Ольга Лаптева. Я автор идеи, директор картины и генеральный продюсер документального фильма «Шесть дней». Этот фильм совершенно уникальный. Он о том, как создается скульптура. И показан он не случайно сегодня. Со вчерашнего дня идет еврейская Пасха, Песах. Наш фильм снимала еврейская команда. Гриша Златогоров, дед которого по фамилии Голдберг, был ювелирных дел мастер, жил в Калуге, главный герой нашей картины. Он единственный в России, работает в старой стилистике Шагала. Он делает абсолютно уникальные вещи и известен во всем мире. Ну и в придачу ко всему, сегодня последний день марта, суббота, шаббат шалом, и мы с вами очень хорошо отметим этот вечер. Мы посмотрим фильм. После этого, опять же, не случайно по фамилии Юдич, Юра Юдич, будет играть нам на гитаре. И мы с вами проведем роскошную дегустацию. Начнем с шампанского, перейдем к белым винам, затем мы попробуем красный. У нас целая будет большая дегустационная линейка. Это вино сегодня приехало от импортеров. Сегодня была большая винная выставка, а Юра Юдич входит в десятку лучших и первых людей, которые знают о вине абсолютно все. Собственно говоря, сегодня он будет нашим тамадой за винным столом. Идея этого фильма, который мы с вами сегодня посмотрим, родилась не случайно. И поскольку Господь создавал мир за 6 дней, а на 7 отдыхал, мы сюжет фильма построили таким же образом. От момента возникновения идеи до последнего воплощения скульптуры. Эта скульптура называется «Рай», это менора, это такой еврейский семисвечник, который загорается на каждый день недели по одной свече. Гриш сегодня не приехал, потому что с утра прислал мне в Фейсбуке фотографии с температурой 39. Сегодня вообще был довольно сложный день, потому что, допустим, мой продюсер, я вам представляю Юру Бабаханову, который сейчас снимает, он волевым усилием приехал сюда, чтобы не сорвать мероприятие, и привез нас, меня и свою жену Марину. Она сейчас сегодня у нас работает фотографом. Вот. Юдич задержался, но тем не менее все сложилось, и я считаю, что это хорошо. В нужное время, в нужном месте собрались те, кому это сегодня необходимо для хорошего проведения вечера. Я вам скажу, что недавно мы снимали здесь фильм «Недельные первые километры войны». Его также вместе со мной продюсирует Юра Бабаханов, мы партнеры. И за это время мы сняли еще два фильма «Короткий метр». Вчера Юра монтировал до 2 часов ночи этот фильм. И в мае мы сдадим документальный фильм «Апостол Камчатки». Соответственно, у нас вот такая вот большая деятельность. Недельный фильм назвали самым крупным событием в области культуры 2017 года. Это отметил в своем выступлении итоговым губернатор Калуги. Фильм этот какой-то рождает генетический код внутри. Мы его уже показывали несколько раз на разных аудиториях. Все плачут и невероятно трогательно воспринимают эту картину. Его уже взяли на 14 фестивалей, мы его перевели на английский, таким образом отошлем его еще за рубеж. В общем, он уже живет своей собственной жизнью. А сегодня мы переходим к нашему следующему фильму «Шесть дней». Он недолгий, 26 минут, и по окончании его, по окончании мы перейдем в холл совсем, ну, близко. Вот, и продолжим наш вечер уже, может быть, в обсуждении и в таком, немного в другом уже ракурсе приятного восприятия действительности. Приятного просмотра. Начинаем.